За неделю на дорогах Дагестана погибли 10 человек. Так, накануне смертельное ДТП произошло в Буйнакском районе. Двое сотрудников полиции погибли в автоаварии с водовозом. Тяжелая машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась прямо в служебный автомобиль. На месте скончались 27-летний сержант и 37-летний старший лейтенант полиции. Еще одна авария произошла на трассе «Кавказ» в Карабудахкинском районе. Там КАМАЗ смял автомобиль ВАЗ-2107. В результате происшествия погибли две женщины. Водитель машины и еще двое несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы. В МВД отмечают, что основной причиной автоаварии является беспечность автомобилистов, а не погода или другие обстоятельства. Из-за участившихся ДТП автоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы.